В Крыму 20% летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии пришлись на последний месяц. Такие данные привела глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба. За последнюю неделю зафиксировано 101 летальный исход, причем если взять все летальные исходы за весь период наблюдения, то есть за полтора года, 20% – это летальные случаи, которые приходятся на последние 4 недели. Что касается Севастополя, то тенденция к спаду темпов прироста числа зараженных пока не наблюдается. За минувшие сутки в нашем городе коронавирус обнаружен у 219 человек. 6 пациентов в возрасте от 60 до 87 лет скончались. После выздоровления выписались 299 пациентов. Всего за время пандемии в нашем городе коронавирусом заразились 26 094 человека. Выздоровели 22 591, 987 умерли.